Друзья, всем привет! Сегодня мы будем снова продолжать играть в Бравл Старс. В прошлом видео вы видели, я прокачивал Була. Вот мои бойцы, Була прокачивал. А в этом видео я буду прокачивать Пока. Ну, сейчас буду прокачивать, не знаю, всех до 5 ранга, так понемножку. А потом уже буду до 10 там поднимать, не знаю, попозже, может, какие-то такие для себя устрою челлендж, там поднять 100 кубков для каждого, там, или поднять до 10 ранга каждого бравела, каждого героя. У меня пока 6 героев, это 2 редких бравела, это Барли и Поко, и Элли, Нита, Кольт и Бул. Сейчас, не знаю, зайдем в магазинчик, заберем, что там у нас, подарок дня какой. Сегодня. Забираем наш сегодняшний подарок. Смотрим, что здесь еще есть в магазине. Можно покупать скины для золотого Барли, для Шерли. Удвоители жетонов. Мега ящики. Один ящик 30. Мега ящик 80. Кристаллов. Ну, пока мы ничего покупать не будем. Будем прокачивать пока Пока. Сыграем мы, как обычно, все события по одному разу, а потом будет видно уже, какое событие сыграю я. Может быть, сыграю в одиночное или сыграю в парное событие. Оно мне также немножко нравится, это событие, особенно одиночное там или партия парное. Ну что, погнали. Да, у нас уже есть ящик. Сейчас сыграем, откроем ящичка одного. Посмотрим, что у нас в ящике. Ну вы ж, ребята, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы вам выпадали редкие герои. И побольше выпадало вам силы, если вы подпишетесь на канал. И поставите лайк обязательно. Да, что-то такие тут атаки вообще. Меня убили. Мы ничего, у нас уже 10. Все, бой окончен, мы победили эту каточку. Брали 8 кубка, у нас уже второй ранг. Уже 333 кубка. Ну что, откроем, друзья, ящичек, да? Посмотрим, что в ящике. Не забывайте ставить лайки перед этим. Очки силы.
И очки силы для Кока. И все. Так, дальше мы будем играть в столкновение. В столкновение сыграем одиночное. Что-то какая-то она. Ай, вообще просто я что-то. Шестое место, не знаю, как я так сыграть мог. Нужно будет еще раз сыграть, переиграть, потому что я как-то вообще сыграл, как я не знаю кто. Кто так играет? Кто так играет? Плохо я сыграл только что. Сейчас попробуем сыграть лучше. Ящичка. И идем дальше собирать ящички. Так, у нас осталось 7 бойцов. 6 бойцов. Они где? Прячутся, наверное. Я не могу найти вообще никакого ящика. Нигде ящика нету. Где эти ящики? А, вот ящики. 3 бойца осталось. Вон, бойцы уже идут. Они сейчас начинают нападать на меня. Все, меня убили. Ну, я занял 2-е место. В принципе, нормально. 8 кубков получил. Можно идти дальше. Правда, тоже такая катка была вообще непонятная. Как сыграл и вообще что-то. Ходил, и никого не было. И тут они все набежали и... Так, откроем сейчас опять ящичек. Жмем монетки. Сила Шелли. Очки силы Була. Так, Була мы можем уже силу прокачать немножко. Бул. Это у нас Була. Это мы Булом играли в прошлой серии. В прошлом видео. Бул также хороший. Браво. Так, что, выбираем парное, да? Сыграем парное столкновение. У нас осталось 5 команд. Вон уже одна команда бежит. Нужно в команде, если вы играете, то нужно работать в паре. Не разбегаться по всей карте, а идти играть вдвоем, чтобы... Чтобы победить всех. Чтобы всех победить.
Поко атакует. Сейчас мы, я думаю... Да, где мой напарник? Где-то он убежал. Все, мы победили вдвоем, потому что мы сыграли командой вдвоем, ходили, бегали и всех уничтожали, и так мы победили. То есть мы не разбегались по всей карте, у нас не было такого, чтобы каждый как бы как в одиночном, каждый за себя был, а мы играли в команде, вдвоем играли, и вот мы и победили. Так, опять ящик, открываем ящичек. Монетки. Очки силы Пока. И очки силы Шелли. Так, ну что, сейчас сыграем. Так, 352 кубка у меня. У меня что, забрать события по билетам? Это что-то новое, я не знаю. А, это раборубка какую-то, прям как мясорубка. Что там делать, я еще правда не знаю в этой роборубке, мясорубке. Ну, не знаю, я думаю, что мы уже в следующем видео будем играть в роборубке, разбираться, как в нее играть и что там нужно делать в этой роборубке. В магазине что-то новое добавилось, что ресурсы какие-то новые добавилось. Даже не знаю. В принципе, все как было, так и есть. Мега ящики. Нет, пока ничего не вижу, что там в магазине добавилось. Может быть, вы видели, то напишите мне в комментарии, чтобы я понимал, куда что смотреть и что там добавляется в этом магазине новенькое. Так, а сейчас сыграем Pro-Ball. Pro-Ball. Найдено 6 игроков. Сейчас заходим в игру и будем играть. Let's get this party started. О, я забиваю гол. Прошел по левому флангу и забиваю гол. Так, сейчас идем по правому флангу. Идем. Заходим сзади, атакуем их. Давай, вперед. И забиваем гол. Ура! Мы уже 2-0 выигрываем. Как-то мы быстро сыграли в роборубку. А, не в роборубку это мы сыграли. Это мы сыграли в роубол мы сыграли. Роубол. У меня уже 360 кубков. Я уже собрал 360 кубков. Не знаю, это много или мало, но пишите в комментариях, у кого сколько кубков. Ну, а роборубку, не знаю, я сегодня уже играть не буду. Сыграю роборубку уже в следующем видео. Будем смотреть, как в нее играть и как ее разбираться. Так что на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Кому понравилось, ставим лайк. Кому понравился Пока, как мы сыграли на Пока, также ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.